Вернемся к нашему балагану. Я гулял по французской улице, а короче по авеню, и увидел брошюру с названием «Как откормить свинью». Ознакомившись с оглавлением, я от радости сел сам не свой. Мне сначала весьма понравилась глава «Уход за свиньей». А потом задрожал я, как дерево, совокупностью тощих форм, обнаружив главу аппетитную, называвшуюся «Откорм». И мечтал я о том, чтобы кто-нибудь, доживу ли до этого дня, сочинил-то брошюру с названием «Как откормить меня? Как откормить меня? Как откормить меня?» Но потом, опять пошуршав страницами, чуть не выкурил 7 папирос. Чрезвычайно смутила глава меня, называвшаяся «Опорос». А заметив в конце оглавления неприятное слово «убой», я подумал, не буду